Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Портрет генерал-адъютанта Исленева в мундире лейб-гвардии Преображенского полка. 1837 год, холст масла, автор Петр Захарович Захаров, Захаров-чеченец. Николай Александрович Исленев, генерал от инфантерии русской императорской армии. Родился в 1785 году в дворянской семье, отличился в сражениях при Бородине, Люцене, Бауцене, Пирне, Гюзбеле и Кульме. Из-за отличия в последнем сражении получил от прусского короля особый крест. В 1816 году произведен в полковники. В 1822 назначен командующим лейб-гвардии Преображенским полком. В 1823 утвержден в должности командира полка. В 1825 произведен в генерал-майоры с оставлением в той же должности. При подавлении мятежа 1825 года, 14 декабря, Исленев находился с полком на Дворцово-Исаакиевской в площадях и на следующий день получил звание генерал-адъютант. Привлекался к следствию по делу декабристов, наказание не понес. В 1826 награжден орденом Святой Анны Первой степени. Находился на театре войны с Турцией в 1828-1829 годах. В 1831 принимал участие в усмирении польского восстания и в штурме Варшавы. Чин генерала от инфантерии был произведен 10 октября 1843 года. Умер 25 февраля 1851 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Ну вот так, вкратце из Википедии о Николае Александровиче Исленеве, портрет которого написан Петром Захаровичем Захаровым. Работа называется «Портрет генерала-адъютанта Исленева в мундире лейб-гвардии Преображенского полка». Работа находится в Эрмитаже. Пока-пока, до свидания.